Я не знаю, это, наверное, уже шестая площадка, которая вырублена в советском районе, в Приданском. Покромя сухостоя, здесь еще очень много. Но это, видно, еще весенний выруб был. А там мимо проходил, там вообще свежие зеленые елки. Распил сразу. Интересно, подо что они готовятся, эти площадки. Ну, вот такими вот квадратами большими. В лесу советско-приданского. Ну, то есть видно и сухостой. Вон он. И вот они также свежие. Нормальные деревья. Все полностью было срублено. И это не первая площадка.